Начинается матч 1/8 финала. Молодежный состав «Динамо», вторая команда. Встречается команда «Уфтимс». Начинает центра поля. Жамбалов вводит мяч. Первый гол забивает футболисты «Динамо». 1-0. Попал в руку «Динамо». Я это увидел. Был свисток. Thank you.
Волошин наносил на удар, откровенно не получился. Тайм-аут закончился. Ухтин сводит мяч. Опасно атаковали. Точно. Жирков, удар. Опаснейший момент был. Мимо. Показалось, что был гол. Опасно атакует. Сейчас пас прошел. Тут надо Гамбалову быть аккуратнее с позиции выбора. Посмотрим левый. Опасно было. Аккуратно, аккуратно. Направо ввязался в борьбу тут. Жирков, Жирков. Не поверил Петров, не поверил, что пас пройдет. В борьбе отдавал. Thank you.
Левая нога на сердце. Царевна выручил команду. Уфкинса. Петров, Петров. Прямо у линии штрафной площадки уложил игрока Уфкинса. Но ничего не оставалось ему. Борьба мяча. Уфкинс прибавил темп. Опасно. Чуть не провалились в этом моменте футболисты Динамо. Моментище был. Можно было, конечно, носить удар сейчас, но тем не менее.
прорвался игрок Уфкимса. Вот эти забросы голкипера Динамовского очень опасны. Я думаю, еще это сработает в этой игре. Бакрал сейчас. Оу, опасный момент. Один на один сложно. Динамо там. Волошин сейчас достал мяч. Не хватило ему. Оп. Никуда. Назад. Подключение тайм-аут голкипера нашего Динамовского. Начинаю я волноваться. Тайм-аут закончился. То ли что-то было, не знаю. Thank you.
Повезло сейчас. Ну-ну-ну, игроков, игроков. Один Кольцов сейчас оставался с вратарем. Не повезло нашему нападающему. Перерыв. Второй тайм. Счет 1-1. Отключился, да, наш игрок в центре. Yeah.
Головой. Получился удар сейчас у игрока в Кимс. Попал. Дыхание голкипера Динамо. Один, два. Уфтин спалил счете. Come on!
Позиция, так что нам Thank you.
Наносил голкипер «Динамосов». А, нет. Неправильное решение сейчас Белов принял. Выйдет, наверное, пятый полевой игрок у «Динамосов». 2-1 уступают они команде «Уфкимс». Yeah.
Нанесет удар. Вот и провал. 3-1. Пустые ворота, игроки Уфтин забивают мяч. Время. Вы и вторая молодежная Динамо заканчивает свой путь на Кубке мэра.